Итак, вы стоите или сидите, глаза остаются закрытыми, и просто начинаете наблюдать, что происходит внутри вас. Суть медитации в том, чтобы быть наблюдателем. А тело — это самый удобный объект для наблюдения. Обычно мы либо пренебрегаем телом, либо отождествляемся с каждым болезненным или любым другим физическим ощущением. На этой стадии мы просто наблюдаем за тем, что происходит в теле. Точно так же мы начинаем наблюдать и за тем, что происходит в уме. Обычно движение ума никогда не останавливается. Часто мы настолько теряемся в своих мыслях, что мы даже не замечаем происходящее вокруг нас. Медитация дает нам возможность выйти из этого непрерывного движения мыслей, отдохнуть от бесконечной деятельности ума. Вы сидите и начинаете наблюдать мысли, проплывающие мимо. Вы увидите, что их движение становится несколько медленнее, чем обычно. Возможно, вы даже заметите, что между ними есть промежутки. Продолжайте наблюдать, как мысли проплывают мимо, подобно облакам. Возможно, вы забудете о наблюдении и окажетесь захваченными тем, о чем вы думаете. Как только вы осознаете, что замечтались, потерялись в уме, выскользните из мечтаний и снова станьте наблюдателем. Не нужно пытаться прекратить думать. Этим вы только ухудшите положение. Эмоции тоже можно наблюдать. Просто отметьте, что вы чувствуете. Не нужно никаких суждений. Это правильное чувство или это неправильное чувство. Позвольте эмоциям просто быть. И если наблюдать за эмоциями, они начинают постепенно исчезать. В этом и состоит чудо медитации. Если вы отдаете все свое внимание, всю свою осознанность наблюдению, то сам объект наблюдения неизбежно исчезает.